Приветище! Это Человек-паук 2, и мы продолжаем. В прошлой серии мы сражались с МДЖ в виде Венома. Для нас все удачно кончилось, МДЖ оказалась довольно сильная, и она смогла противостоять симбиоту. А сейчас мы отправляемся в ратушу, где нас ждет Майлз, чтобы помочь людям. Ох ты, елки-палки. Веном поглотил всю ратушу. Я натворил бед. Ага. Ну, хорошо, что есть кому за ним прибрать. Все даже хуже, чем я думал. Гарри тут нет, но он должен быть. Ганка сказал, что внутри толпа гражданских. Видимо, это было их убежище. Мы его вытащим, обещаю. Откуда их так много? Он будто собирает армию. А сам считает, что лечит этим мир. Как изящно я вытащил из симбиота человека. В приложении куча сообщений от людей, запертых в ратуше. Хотят эвакуироваться на крышу. Тогда расчистим путь. Там наверху аварийный выход. Вперед! Так, нам наверх надо. Окей. Лезем наверх. Пожалуй, вначале разберемся с розовыми. Можно их вообще скидывать отсюда. Так будет проще, мне кажется. Полетели, полетаем мы с тобой. А, красава. Где-то в здании разбилось окно. Давай, Майлз, как спешить. Как много. Еще один полетает. Да, блин, не получается их апперкотом подкинуть. Вот так вот. Черт, стенка мешает. Не хочу на вас давить, но, похоже, дела плохи. Делаем, что можем. Спецзаказ от двух героев. Все чисто. Давай уведем их. Что у нас тут с дверью? Ой, ёлки-палки, а это ты кто? Нормально, так вышвырнул меня просто. Меня сейчас сорвут! Майлз, врубай биоэнергию! Ли пришел. Здесь делайте. Ты в порядке? Человек-паук! Плоды Майлза дают результаты. Он сказал, в нем еще осталась эта дрянь. Ясно. Я могу избавить его от нее. Но только если найду источник. Я пойду с вами. Что будем делать, Ли? Искать паука. Темная материя должна привести нас к нему. Ясно. Иду. А где мы вообще? Внутри разума Человека-паука. Я видел, что эти создания делают с людьми. Проникают в разум и сажают желание. Что, украли вашу фишку? Знаю, ты шутишь, но да, я об этом. Существо почему-то боится моей силы. И я, мы, можем найти, где оно живет. Вычистим эту заразу под корень, и Человек-паук освободится? Таков план. Ну ладно. Блин, прикольно. Вот этот монстр Ли, точнее, его внутренний демон, помогает нам. Это выше всех похвал просто. Он увяз в ней глубже, чем я думал. Итак, ослабить симбиота, вернуть контроль и спасти Человека-паука. С чего начнем?
Найдем источник его боли. Иди за мной. Я отведу тебя туда, где темнее всего. Но я не знаю, что мы там найдем. Все, кого он туда упек. Логично, что Человек-паук подумал об этом месте. Мы здесь из-за него. Он защищал Нью-Йорк. Да. Но не все проблемы можно решить в тюремной камере. Ой-ой-ой, что произошло-то? Паутина чуть не выпустилась и фиаско вышло. Иди сюда. Я кое-что нашел. Кажется... Файлз! Котейка! Доктор Октавиус откуда-то не возьмись взялся. Ну, короче, Майлзу теперь придется за все грехи Питера Паркера отделываться, да? Что это было? Бедный Майлз. Ли? Вот так всегда. Побег из тюрьмы. Как ни странно, я рад вас видеть. Я докажу, что не зря. Как обычно, да? В этой части, в Человеке-паука 2, Майлз реально просто вывозит всю серию за Питера. Как насчет вот этой штуки? Он их побеждает, а они возвращаются! Должно быть обидно сажать в тюрьму преступников, лишь за тем, чтобы они сбегали и снова творили зло! Такая работа! Он это знает! Что знает? Что есть искупление! Нифига себе, их обернулся, а там просто армия. Как будто им нет конца. Хватит, я понял. Что произошло? Включите свет, пожалуйста. Это вы? Нет. Симбиот. Он всех убил. Проблема решена. Пит так не считает. Нет. Но, возможно, он так чувствует. Все эти злодеи. Он думал, что костюм все решит. Прикольный скелетик. Это я? Вы причинили много боли. А этот долг я буду выплачивать до конца своих дней. Впереди что-то есть. Ты близко. Дом Мэй. Я так давно не говорил о ней с Питом. Что со мной такое? Когда твои мысли заняты чем-то одним, легко потерять остальное. Прикольно, тихое место такое. Дорогие гости, заходи. А черт. А внутри довольно противно. Баланс – это путь, не конечная цель. Это она. Она умерла из-за вас. Ваша сила оказывает здесь такой же эффект.
Да. Похоже, что так. Разбить стенку? Вроде это пир. Он был центром моей жизни. Наверное, это мой последний шанс заглянуть в него. Хоть я и не заслужил. Ли, зачем вы это делали? Чего вы хотели? Месть. Мои родители погибли из-за Нормана Осборна. Я поклялся превратить его жизнь в ад. Мне жаль, Майлз. Наверху. Источник там. Если разберемся, возможно, спасем его. Нет. Должен быть другой способ. Может... Есть еще один вариант. Если вложить всю мою силу в симбиота, она его нейтрализует и вызволит Питера. А что станет с вами? Можно лишь гадать. Что ж, если мы разговариваем в последний раз, я вас не прощу. Просто не могу. Но я больше не питаю к вам той ненависти. Давайте все исправим. Вы и я. Сильный момент. Готов? Посмотрим, как им это. Гальванизация. Новый прием. Дали бы мне эту силу раньше, было бы кстати. Не я тебе ее дам. Не вы? Еще разок. Гальванизируем. Прикольная штука на самом-то деле. Пока тот чувак, ух ты, тот чувак, которого ты гальванизировал и бьешь его, он излучает молнии, которые бьют других. Спасибо тебе за то, что ты мне поверил. Ну да, вы сказали, докажем, что не зря. Может, лучше идти моим путем? Вряд ли из меня выйдет убедительный герой. Попытка не пытка! Блин, их слишком много, вообще капец как много. Лезут и лезут, они прямо из окон вон вылазят. Катина. Yeah!
последний или нет. Ты кого поймешь? Майлз, иду. Я иду. Это все моя вина. Прости. Прости меня. Пит. Получилось. Вставай, Человек-паук. Майлз. Человек-паук. Человек-паук, очнись! Ох ты, елки-палки. Белый Веном. Идите. Я справлюсь. Вот это поворот. Атаки типа антивеном накладывают на симбиота особый эффект, из-за которого они получают увеличенный урон. Это не просто новый костюм. Давай бомбу антивенома затестим. Ого, что это такое? Майлз, это откуда такое? Мысли проникли в твой разум, чтобы избавиться от симбиота. Он потратил все свои силы, чтобы спасти тебя. И это помогло. Стоп! Вы работали вместе? Я не собирался тебя терять. Ну, Майлз, ты... По-моему, одного спасибо. Тут как-то маловато. Забей, я знаю. Я этого не заслужил. Вот это мощь. Буря антивенома. Вау. У меня здоровье вообще ни к черту, слушай. Как-то не круто выходит. Вот теперь можно подлечиться. Выжил, но опять здоровья нет. Плюшки Питера Паркера нам помогут. В смысле, гаджеты. Вот так. И вот так. Кто-то еще... А ты кто? Привет, здоровяк. Давай повторим. Мы его на крыше видели, но с ним не бились. А теперь он пришел ко мне. Но у меня здоровья нет. Как мне тебя бить? Ты не хочешь меня бить? Есть отхил. Нормально. Not bad. Напугал ты нас. Надо сказать вам спасибо. Я долгие годы был одержим жаждой мести и лишился всего. Вы напомнили, кто я на самом деле. Помогая одному, помогаешь всем. И куда вы теперь? Исправлять ошибки. Твоим способом. О. Перевоспитать злейшего врага.
Даже я бы так не смог. Может, МД права. Зачем городу я, если у него есть ты? Не. По-моему, одного паука тут все же будет маловато. Погнали отсюда. Получается, что Ли просто отдал силы все свои Человеку-пауку, то есть Питеру. И поэтому мы стали белым Человеком-пауком. Гарри нашелся? Пока нет. Налетел на ухаб. Кажется, Майлз спас мне жизнь. Что произошло? Симбиот остался во мне. Он начал меня подавлять, но Мартин Ли отдал мне силу. Ощущения другие. Даже голоса пропали, но сила осталась. Это невероятно. И, Пит, чтобы ты знал, я не стала подписывать своим именем ту статью. И уведомила хозяина квартиры. Неужели? Это значит, что если мир превратится в инопланетные пустоши, я не хочу оказаться в сцепке ни с кем, кроме тебя. О, да, и я тоже! Продолжай искать, Гарри. Если что узнаю, сразу сообщу. Ладно, пока ищу Гарри, погляжу заодно, кому еще нужна помощь паучка. Она тут нужна. Вот здесь вот. Может, перерывчик? Эй, я только прибыл, а вы мне сразу плюху в оплеуху дали. Что происходит, ёлки-палки? Я не совсем понимаю. Оу-оу-оу-оу. Жесть, что тут происходит? Тут месиво конкретно. Симбиоты дерутся с охотниками. Вот это да. Здоровяк прибежал. А я чуть не сдох. Я сдох. Я, пожалуй, отдохну, ребят. Вы там сами разбирайтесь. Доктор Коннорс? Алло? Он в лаборатории. Звоню Майлзу и бегом туда. Майлз, встретимся у лаборатории Коннорса. Похоже, Гарри там, и дело плохо. Уже в пути. У центрального парка есть проход в лабораторию Коннорса. Нужно пробиться к Гарри. Он там. Я знаю, что смогу до него достучаться. Только б не... Норман, что вы задумали? Как четко он вошел в канализацию, как Марио. Прошу, просто верни мне сына. Мы и есть твой сын. Мы здоровы, сильны. Ты ведь этого хотел, разве нет? Стой, Гарри, мы можем помочь! Где остальное? Пожалуйста, не надо. Что он хочет сделать с камнем? Мне кажется, сейчас и узнаем. Пойми вот что. Гарри нет. Он и симбиот слились воедино. Я найду способ спасти его. Поздно.
Но ты можешь остановить симбиота. Как? Убив носителя. Прошу. Спаси моего сына. Как быть в такой ситуации? Молча уйти, ничего не обещав. Ты посмотри на карту Нью-Йорка. Везде вражины. О, боже! Человек-паук, я знаю, ты тоже в курсе того, что происходит. На жителей Нью-Йорка нападают эти твари. Я этим займусь. Берегите себя. Ему нужен был тот метеорит. Теперь он сможет исцелить мир. Мы не это имели в виду. Капец, как-то жутковато летать по такому городу. Ощущение, как будто мы в мире Ли находимся, да? Только все это сейчас наяву происходит. Симбиоты напали на людей! Сидел ты такой в кафешке, пил себе, ничего не подозревая, кофе. А тут на тебе, твоего другана превращают в симбиота, и ты офигеваешь, что он творит. Да вы достали. Вот так вот, Вань. На выход. Все чисто! По крайней мере, на время. Спасибо, Человек-паук! Ух ты, елки-палки, что это за взрыв? Люди в опасности! Я иду! А где Майлз? Куда он убежал, блин? Он бы мне сейчас тут помог бы очень хорошо. Парки тоже жесть. Все дорожки в жидкости венома, в слизи. Точнее. Вот и автобус. Надо спасти пассажиров от симбиотов. Эй, уроды, подеритесь-ка со мной. Кто-нибудь помогите! Меня не напугать. Блин, поймал. Оу. На тебе плюху за это. Много. Я даже не успеваю ничего сделать. Их очень много. Пассажиры автобуса могут погибнуть. Эй, уроды, подеритесь-ка со мной! Нет, я как раз, подойдите! Да сейчас! Капец! Что за дичь происходит? Все? Слава богу. Как вас оттуда вытащить? Я вроде всех Майлз замутузил. Есть разговор. Это точно. Повсюду появляются гнезда. Высылаю тебе координаты. Понял. Только будь осторожен. Это что-то другое. Пойдем посмотрим. Гарри,
найду тебя, дружище. Я найду тебя. Где-то. Ёлки-палки, посмотри, что с центром стало. Жесть. Ага, нам на крышу. Лады. Идем на крышу. У Майлза новый костюм? Этот-то костюм не из пришельца. Думаю, пришло время мне найти свой стиль. Вариант номер один. Смотрится классно. Что произошло? Гарри забрал метеорит. Я не смог ему помешать. Коннорс сказал, его не спасти, остается. Я не могу потерять Гарри. Снова не могу. Я видел, Мэй, у тебя в голове. Ты не виноват, Пит. Она хотела тебя спасти. Спасти всех нас. Она не думала о себе. Даже когда не могла дышать. Мэй, мой отец. Будь они здесь, они бы сказали, перестаньте думать о нас. Лучше помогайте людям. Боритесь. Гарри еще там. И мы пойдем на все, чтобы его вызволить. Да, видно, что старый паучок уже поджарился от всего происходящего. Говорят, что настало время Майлза, и действительно, Питеру уже пора на пенсию. Излагай план. Хорошо. Разделимся. Так будет быстрее. Ты найди метеорит, а я зачищу гнездо. Договорились, Человек-паук. Нет соединения. Осторожней там, не пропадай. Пора начинать. Кстати, кроссовки адидасовские на нем надеты у Майлза, когда катсцена шла, я посмотрел, обратил внимание. А еще я знаю, что этот костюм разрабатывался специально для... Нужно проверить зараженный небоскреб, который мы видели с Питом. Там наверняка что-то есть. Сейчас посмотрим. Специально для коллаборации с Адидасом. Вот, так что это, считай, рекламный костюм. Зачищу здесь и пойду дальше. Я наверху, здесь кокон. Начнем обратный отсчет. Что, испугался, а? Видно, я нащупал что-то важное, раз ты так защищаешься! Бочку, которую присосала паутиной, меня ударила. Неудачно. Майлз. Что? Эй! Иди сюда, Майлз. Откуда идет этот голос? Нельзя пустить их к сердцу. Черный, смотри какой. Ты кто такой? Я тебя еще не видел. Ловите ловушку. Как ты, Человек-паук? Наверное, я почти вычистил гнездо, Пит. Но я слышу голоса. И я тоже. Ищи метеорит дальше. И не слушай Гарри. Это не его слова. Да. Прав. Звони, когда закончишь. Будь начеку, Пит. Да.
Много-много-много вас, ребята. Очень много. Как бы... Как и всегда. Ничего нового. Ваше время на исходе! Что произошло, я не понял. Давай уже взрывайся, елки-палки, сраный кокон. Вот это подрыв сейчас был. 12 секунд осталось, Майлз, держись. 10 секунд! Пусть сработает. Не получилось его спихнуть. Ну что за жопа? Сердце. Майлз, ты нам нужен. Оно на месте. Пожалуйста. Какого черта? Майлза поглотили. Где это я? Ты дома. Ты наконец-то там, где твое место. Вот что чувствуют люди, становясь симбиотами. Ты в безопасности. И все, кто тебе дорог, тоже. Голова! Надо найти выход. Зачем тебе уходить? Мы здесь. Оставайся. Ты... Питер, мы... Мне здесь не место, Гарри! И тебе тоже! Давай, Майлз! Давай! Дай нам исцелить вас, приведи Питера! Так нельзя, Гарри! Ты же знаешь! О-оу! Элли? Что ты мне показываешь? Прошу, примкни к нам. Биоэнергию используй. Давай, Майлз, ты самый сильный из пауков. Я вырвался. Надо спасать Хейли. Пит, я видел метеорит. Он под Гарлемской станцией метро, рядом с мостом. Направляюсь туда! Дождись меня, ладно? Гарри ищет тебя. Я должен помочь Хейли, но дождись, ладно? Эй, постой! Что случилось? Меня засосало в коллективный разум. Было видение метеорита под землей. Но не нравится мне это. Думаешь, Гарри там? Я серьезно, Пит! Дай мне 10 минут! Ты не справишься один! Ладно, звони, как закончишь! Прости, Майлз, не могу терять время! Как обычно, Питер, да елки-палки! Мы сейчас там огребем, а Майлзу 5 разгребать! Вот и вход в метро! Майлз наверняка прав! Метеорит там! Надо расчистить этот мост! Всем оставаться в машинах! Я смогу защитить вас! Гарри! Где нам? Я знаю, ты здесь! Ты нас нашел! Да! Я тут, дружище! Помоги! Да, да! Держись! Я иду! Это ловушка. Гарри уже себя не контролирует. Метеорит явно под землей. Где нам? Прошу, ответь мне!
Нужно идти под землю. Но не бросать же людей. Не туда бомбу скинул. Ой-ой-ой-ой, бомбочки. На выход. Ух, вроде все, бежим. Да, японский городовой, ну. Вас двое? Не сейчас! На это нет времени. Может, нет. Нет, Человек-паук, продолжай. Гарри! Ты слышишь? Я найду тебя. Я иду. Блин, все очень плохо на самом-то деле. Я сейчас нафиг могу тут завалить. Я где-то... Я не понимаю, где я нахожусь, и не могу отсюда выйти. Когда он уже сдохнет-то? Просто лежи! Готов. Мимо! Или попал, не знаю. Фу, ударил хорошо. На гранаты. Фу, там обычный человек был, да? Эй, ты добрался до Хейли? Пока нет. Но ты должен мне еще пару минут. Погоди! Хейли! Нет! Что ты здесь делаешь? На город напали чудища, и я предложил людям укрыться в нашем месте. А ты почему здесь? Разве ты не должен сражаться с ними? Я хотел... хотел спасти... Ты потрясающий. Ты так мне нравишься, и я тебе вроде. Можно тебя пригласить? Ну, на свидание. Новый костюм красивый тебе идет. То есть, да? Я теперь всемирно известный художник. А у меня все дни расписаны. Так что посмотрим. Значит, погуляем. Потом, как все кончится. Угу, пока. Даже в такие сложные моменты Майлз умудряется найти позитивные нотки. Я в пути! Пит! Привет, оставьте сообщение. Привет. Я поговорил с Коннорсом. Он сказал, что исход очевиден. Но ведь это неправда. Гарри, я напортачил. Я наплевал на тебя. На твою мечту. На нашу мечту. Исцелить мир. Прости меня. Да, с Питером совсем что-то не так. Раньше был уверенным в себе Человеком-пауком. Я здесь. Ты наконец готов. Гарри, я не могу. Что? Я хочу помочь, Гарри! О, нет! Человек-паук, где ты? Ты спустился вниз? Ты был прав!
Похоже, это здесь! Он точно! Прости, я не мог! Я знаю. Попробуй найти путь вниз. Блин, все свет еще мелькает. И все будут в порядке! Ужас, что происходит? Блин, без гаджетов я бы здесь не справился. Их слишком много, реально. Гаджеты выручают. Вот то, что нужно. Мне нужен этот метеорит. Я уже близко. Нормально, он раздает люлей. Вообще не дурно. Черные два штуки. А что, все, силы кончились? Как не вовремя. Может, что-то сделать надо? Они лезут и лезут. Когда они уже закончатся-то? Фух, все, отбился. Наконец-то. Больше так не делай. Питер. Гарри! Гарри, ответь мне! Помоги нам, Питер. Ты нам нужен. Я стараюсь, приятель. Но мне нужен метеорит. Майлз, тут нет камня. Нет? Погоди, я уже рядом. Спасибо, что зашел. Мы хотим кое-что показать. Гарри, что ты? Мы исцелились. Мы свободны. Мы можем освободить других. Но нам нужен ты, Пит. Исцелим мир вместе. Эй, бро! Отвяг! Нам надо уходить. Ты в порядке? Надо связаться с МДЖ. Знаю, где метеорит. Фух, потная серия. Попотнее, чем где было три босса одновременно. Что ж, если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующего ролика. Скорее всего, он будет финальным. Так что, до встречи. С его помощью он влияет на город. Я знаю, где он. И придется его забрать. Давайте обсудим.